Всем привет! Пришла зима, пришло прекрасное время года. Скоро выпадет снег. Смотришь в окно, просто уйма счастья, радости. И я хочу вам предложить очень красивый маникюр, очень красивую зимнюю идею маникюра. Мне понадобится прозрачный лак, красный лак с микроблеском, белые эмалевые с длинной кисточкой, дотс и камушки. Камушки я буду использовать белого цвета среднего размера. Итак, покрываю базовым покрытием свои ноготки. И подожду, чтобы лак высох. Красным лаком перекрываю все ноготки. И ждем, чтобы лак высох. Покрываю второй слой. И сушу. Итак, приступаем к самому интересному. Беру белый лак с длинной кисточкой. И сейчас я буду рисовать снежинки. Подождем, чтобы белый лак высох, и будем переходить к камушкам. Я беру прозрачный лак, рядышком камушки у меня, дотс подготовлены. Ставлю капельку базы там, где я хочу, чтобы у меня находились камушки. Ставлю капельку, дотс макаю в свежий лак. Беру камушек и в серединку ставлю камушек. И так же самое здесь. Ставлю две капельки. Макаю в свежий лак. Беру камушек и ставлю камушек. И теперь, чтобы камушки у нас долго держались и хорошо зафиксировались, нужно подождать, чтобы камушек высох на прозрачном лаке. И только потом перекрывать финишем. Я беру прозрачный лак и перекрываю дизайн. Особое внимание я уделяю камушку. То есть я его вот так вот обволакиваю лаком, чтобы, если посмотреть сбоку, камушек был, как видите, под слоем лака. Итак, мои дорогие друзья, сегодня я вам показала очень нарядный, красивый зимний маникюр. Надеюсь, вам понравилось. Если нравится, ставьте лайки. Мне будет очень приятно. Очень красиво, что за основу я взяла лак красный с микроблеском, потому что он придает маникюру вот такой вот торжественности. Просто вот очень такой праздничный новогодний маникюр. Пока-пока, все ноготки.
и ждем, чтобы лак высох. Покрываю второй слой. И сушу. Итак, приступаем к самому интересному. Беру белый лак с длинной кисточкой. И сейчас я буду рисовать снежинки. Подождем, чтобы белый лак высох, и будем переходить к камушкам. Я беру прозрачный лак. Рядышком камушки у меня, дотс подготовлены. Ставлю капельку базы там, где я хочу, чтобы у меня находились камушки. Ставлю капельку. Дотс макаю в свежий лак. Беру камушек и в серединку ставлю камушек. И так же самое здесь. Ставлю две капельки. Макаю в свежий лак. Беру камушек и ставлю камушек. И теперь, чтобы камушки у нас долго держались и хорошо зафиксировались, нужно подождать, чтобы камушек высох на прозрачном лаке. И только потом перекрывать финишем. Я беру и сушу. Итак, приступаем к самому интересному. Беру белый лак с длинной кисточкой. И сейчас я буду рисовать снежинки. Подождем, чтобы белый лак высох, и будем переходить к камушкам. Я беру прозрачный лак. Рядышком камушки у меня, дотс подготовлены. Ставлю капельку базы там, где я хочу, чтобы у меня находились камушки. Ставлю капельку. Дотс макаю в свежий лак. Беру камушек и в серединку ставлю камушек. И так же самое здесь. Ставлю две капельки.
макаю в свежий лак, беру камушек и ставлю камушек. И теперь, чтобы камушки у нас долго держались и хорошо зафиксировались, нужно подождать, чтобы камушек высох на прозрачном лаке. И только потом перекрывать финишем. Я беру прозрачный лак и перекрываю дизайн. Особое внимание я уделяю камушку. То есть я его вот так вот обволакиваю лаком, чтобы, если посмотреть,